первой русской революции посвящены тысячи страниц ленинских произведений. Мы расскажем о докладе о революции 1905 года. Ленин прочел его в день 12-й годовщины Кровавого воскресенья, 22 января 17 года в Цюрихском народном доме. Доклад был прочитан на немецком языке на собрании швейцарской социалистической молодежи. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская жили в Цюрихе в эмиграции. Здесь Ленин нередко выступал на собраниях швейцарских рабочих. В это время он много работал в библиотеках, делал выписки из книг и статей на немецком, французском, английском и русском языках. Доклад о революции 5-го года на русском языке впервые был напечатан в 1925 году. В докладе Владимир Ильич специально для швейцарской молодежи хотел как можно полнее осветить опыт революционной борьбы русских рабочих, раскрыть значение и уроки этой борьбы. Давайте обратимся к тексту доклада. Юные друзья и товарищи, сегодня 12-я годовщина Кровавого воскресенья, которая с полным правом рассматривается как начало русской революции. Вот самая общая картина 22 января 1905 года. Тысячи рабочих, верующих, верноподданных людей стекаются под предводительством священника Гапона со всех частей города к центру столицы, к площади перед Зимним дворцом, чтобы передать царю свою петицию. Петиция начинается следующим образом. Мы, рабочие, жители Петербурга, пришли к тебе. Мы здесь многие тысячи, как и весь русский народ, не имеем никаких человеческих прав. Петиция перечисляет следующие требования. Амнистия, общественные свободы, нормальная заработная плата, постепенная передача земли народу, созыв учредительного собрания на основе всеобщего и равного избирательного права и заканчивается словами. Государь, не откажи в помощи твоему народу. Разрушь стену между тобой и твоим народом. Повели и поклянись, чтобы исполнились наши просьбы, и ты сделаешь Россию счастливой. Если нет, тогда мы готовы умереть тут же. У нас только два пути – свобода и счастье или могила. События того дня воссоздают кадры художественного фильма. По полицейским донесениям, тогда было более 1000 убито, более 2000 ранено. Возмущение рабочих было неописуемо. К оружию, товарищи! Убитые товарищи с нами. В нас живет их мужество, в нас живет их вера в великое будущее нашей Родины. Да здравствует революция! В чем же видел Ленин 12 лет спустя историческое значение 9 января? Отметим главное – пробуждение народных масс к политическому сознанию и к революционной борьбе. Ленин говорил:
Колоссальная страна вступила в революцию. Дремлющая Россия превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа. В течение нескольких месяцев сотни революционных социал-демократов выросли в тысячи. Тысячи стали вождями от 2 до 3 миллионов пролетариев. Революция была по своему социальному содержанию буржуазно-демократической, но посредством борьбы была пролетарской. Самым главным средством борьбы была массовая стачка. Общее количество бастующих за все десятилетие до революции составляло 430 тысяч. В январе 1905 года число бастующих составило 440 тысяч. Общее количество бастующих равнялось 2 800 000, в 2 раза больше общего количества фабричных рабочих. Мир не видал такого грандиозного стачечного движения. Исключительно своеобразным было сплетение экономических и политических забастовок. Уже весной этого года мы наблюдаем пробуждение крестьянского движения. Соединение массовой стачки в городах с крестьянским движением в деревне было достаточно, чтобы поколебать армию. Начинается полоса военных восстаний. Легендарной страницей истории революции стало восстание на броненосце «Потемкин», которому посвящен знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна. Осенью 1905 года усилилась борьба крестьян. Ленин писал: «К сожалению, крестьяне действовали слишком распыленно, неорганизованно, недостаточно наступательно». Далее Владимир Ильич отмечал, что и на окраинах России поднималось движение угнетенных царизмом народов. Но главную силу, которая обеспечила развитие российской революции по восходящей линии, Ленин видел в рабочем классе. В революционную эпоху пролетариат может развить энергию борьбы в 100 раз большую, чем в обычное спокойное время. Российская всеобщая железнодорожная забастовка парализовала силу правительства. В огне борьбы образовалась массовая организация, знаменитые советы рабочих депутатов. Эти советы начинали играть роль органов и руководителей восстания. Первый городской совет рабочих депутатов возник в Иваново-Вознесенске. В советах Ленин прозорливо увидел прообраз советской власти. В ноябре 1905 года Ленин вернулся из эмиграции в Россию. В тот же день он посетил могилы жертв кровавого воскресенья.
руководил работой Центрального и Петербургского комитетов большевиков. Выступал на собраниях и конференциях. Со всей энергией готовил партию к упорным боям. Впервые в истории России свободно стали издаваться революционные газеты. Выходит легальная большевистская газета «Новая жизнь». В ней были опубликованы 13 статей Владимира Ильича Ленина. Напечатана программа партии. Ее положения стали лозунгами революции. Партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демократической республикой. Полная равноправность всех граждан. Право на самоопределение за всеми нациями. Ограничение рабочего дня 8 часами. Устранение остатков крепостного порядка. В России стала выходить марксистская литература. Что же Ленин считал самым важным в развитии революции? Еще в резолюции 3-го съезда РСДРП было записано: задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. В докладе с новой силой прозвучало: все развитие революции толкало к вооруженному решающему бою между царским правительством и авангардом сознательного в классовом отношении пролетариата. Своей вершины революция 1905 года достигла в декабрьском восстании в Москве. Граждане, московский пролетариат вступает в решительный бой с царским правительством. На карту поставлено все будущее России. Жизнь или смерть, свобода или рабство. Ожесточенные бои на пресне отражены в кадрах художественных фильмов. Борьбу возглавляли большевики. Товарищи, началась уличная борьба восставших рабочих с войсками и полицией. Главное правило – действуйте небольшими отрядами, человеков 3-4, не больше. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти. Небольшое число восставших, их было не более 8000, оказывали в течение 9 дней сопротивление царскому правительству. И только благодаря прибытию Семеновского полка из Петербурга оно было в состоянии подавить восстание. Напомним, чтобы сохранить революционные силы, Московский комитет партии и Московский совет приняли решение прекратить вооруженное восстание. Мы начали, мы кончаем. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте пресни будут учиться упорству. Да здравствует борьба
и победа рабочих. Какой же вывод сделал Ленин из опыта революционной борьбы масс? Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс. Только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его волю. После декабря это был уже не тот народ. Он переродился, он получил боевое крещение, он закалился в восстании. Ленин в докладе напомнил, что русская революция вызвала движение по всей Азии, оказала влияние и на страны Запада. В Австрии было завоевано всеобщее избирательное право. Французские профсоюзы обратились к рабочим России. Рабочие Парижа, города революции, всем сердцем с вами. Рассчитывайте на нас. Наша помощь вам обеспечена. Долой царя, да здравствует социальная революция. Димитр Благоев. Взоры всего организованного пролетариата обращены к гигантской борьбе, которую начал русский пролетариат против русского абсолютизма. Карл Либкнехт. Мы должны встать под знамя русской революции. Русская революция – это наше дело. Свобода российского пролетариата – это и наша свобода. Роза Люксембург. Русская революция – предвестник будущих пролетарских революций. Владимир Ильич Ленин хотел, чтобы молодые рабочие Швейцарии, молодежь всего мира, усвоили. Самое важное для понимания русской революции – ее классовый характер и ее движущие силы, ее средства борьбы. Русская революция остается прологом грядущей европейской революции. Эта грядущая революция покажет еще в большей мере, что только сознательные в классовом отношении пролетарии могут выступить и выступят в качестве вождей огромного большинства эксплуатируемых.